Это не программа «Просто о вере», это не программа «Обернитесь» и даже не программа «Звоните доктору». Тем не менее, в студии я, Инна Сапанченко, и протоиерей отец Сергей Рыбаков. Здравствуйте. Здравствуйте. Отец Сергей, честно говоря, очень приятно познакомиться. Взаимно, взаимно. Мы друг о друге слышали и друг о друге как-то так вот о проектах друг друга знаем, но вот так, чтобы в одной студии и так, чтобы в одном помещении, мы еще ни разу, по-моему, не пересекались, не встречались. Более того, на территории телестудии мы не встречались вообще никогда, несмотря на то, что программа «Просто о вере» существует уже больше 10 лет, и программа «Звоните доктору» примерно так же. Ну вот, так что мы сейчас решили, что мы с отцом Сергеем будем знакомиться друг с другом, но за одним расскажем вам, что там все-таки осталось у нас за кадром. Но прежде всего, давайте про «Просто о вере». Для себя я понял, что вот этот проект, он, с одной стороны, конечно же, он миссионерский. Вот, конечно же, мы вдруг можем людям, которые, может быть, еще мнутся на пороге церковном, во-первых, показать церковь с человеческим лицом, что мы можем, например, оказывается, поддерживать разговоры на совершенно разные темы. Но вот, с другой стороны, что у всего есть в церкви на самом деле объяснение, потому что долгое время люди привыкали к такому объяснению. Молись, постись, слушай радио «Радонеж» и не задавай вопросов. Вот. А тут, оказывается, можно задавать вопросы, тут, оказывается, можно сомневаться. То есть «Просто о вере» — это еще и такая площадка, где мы можем сами свою веру поставить под знак вопроса. То есть задать к ней вопросы и сказать, что, оказывается, сомнение, как вот явление, оно не табуировано. Вот я-то знаю, что у программы высокий рейтинг, на нее много откликов. Скажите, а вы, темы для этой программы, вы абсолютно единолично там все придумаете, подбираете или кто-то вами руководит? Ну, да, честно говоря, это все мое родное. То есть вот буквально там на следующей неделе у нас предстоит очередные встречи. Я просто за неделю сажусь, думаю, кого бы пригласить, какую бы тему было бы мне лично интересно осветить. В этом смысле я, конечно, деспот и тиран, с одной стороны, но в том смысле деспот не по отношению к гостям, а по отношению к зрителям. Да, то есть вот что я хочу, то вы будете смотреть и слушать. Вы несете Слово Божие в народ. Я так примитивно сказала, уж простите. А вы сами, вот какой ваш путь? У вас, вы, наверное, потомственный священник и внук, правнук, праправнук священников. Вот тут или разочарую, или удивлю, но нет. Пальцем в небо. Да. Сам я из Оренбургской области, из далекого маленького городка Ясный, на границе почти с Казахстаном. Воспитывала меня только мама. И мама долгое время, в общем-то, была такой, ну, она воспитана отцом-атеистом воинствующим, и сама она была такая, мягко говоря, далекая от церкви. У нас, когда не было еще границ с различными СССР, в частности, в Латвию был свободный выезд, у нас в Латвии очень много родственников, в Юрмале, в Риге. И мы туда ездили, когда мне было лет 6. Вот я, собственно, съездил, и мы попали в католический тогда костел, не православный храм. Вернувшись оттуда, я просто на уши присел маме и заставил ее повести меня в местный храм покрестить. Вот. Потом оказалось, то есть тут очень много таких неслучайных случайностей, когда потом оказывается в 6 классе, когда в мой класс приходил священник для просто разговоров каких-то и так далее. Тогда еще не было никакого курса ОПК и в помине. Просто учитель приглашал священника как интересного человека. Ему понравились мои вопросы, и в 6 классе он меня пригласил к себе помогать ему в качестве алтарника. Я вот помню эту историю, когда, то есть эту ситуацию, когда я прихожу со школы, как сейчас помню, это была суббота, паркохозяйственный день у мамы, она меня встречает с каким-то выжатой простыней. Я говорю: мам, все, я с сегодняшнего вечера, я по субботам и по воскресеньям буду помогать при храме. Я вот так, голову... простыня не опустилась, да, нет, на спину? На спину нет, но было трюмо, на котором стоял вот этот дисковый еще тогда телефон, и мама на это трюмо как присела. Я вот до сих пор, у меня глаза эти стоят в памяти, что все, сына похоронили, все его будущее зарыто, забыто.
В общем, да, и у нас очень долгие были разговоры на тему того, что здесь ничего страшного нет. А когда я уже в 10 классе пришел и сказал, что я хочу быть священником, ситуация повторилась примерно так же. То есть так же было трюмо, так же было, ну, Господи, ну почему туда? Ну, в общем, да, то есть совершенно не потомственный священник, и не было такого, что моим религиозным, там, церковным, духовным воспитанием занимались родители. Но, с другой стороны, я думаю, что что-то такое, видимо, мама смогла вложить, что когда упало зерно, оно проросло. Вот. Ну, что-то мы все обо мне, да, обо мне. Да я вот надеялась, что обо мне все-таки не зайдет речь. Я вот тут, мне тоже интересно, мы же договорились, что это пространство будет пространством знакомства, данная передача. Мне было тоже, ко мне как священнику часто задают вопрос, тот, который и вы адресовали, что случилось, что я дошел до жизни такой. А у меня всегда вопрос к людям, которые занимаются не самопиаром, которые идут на телевидение не для того, чтобы стать телезвездами и дойти до каких-нибудь высот и в самые, там, не знаю, бомондные тусовки входить, а кто берется за темы, ну, мягко говоря, непопулярные. Вот когда я смотрю, вижу, что на телеканале ГИС тоже не менее рейтинговые программы связаны с социальным служением, у меня встает вопрос вообще, почему человек... К руководству телеканала это другой вопрос, почему они считают, что на их площадке эти передачи должны быть. А почему сам человек инициирует такие проекты? Вот почему вдруг «Право на маму»? Почему вдруг «Обернитесь»? Я посмотрел, признаюсь, несколько передач, то есть не могу сказать, что я прямо слежу и регулярно смотрю, но вот готовясь к нашей встрече сегодня, я посмотрел, и я удивлен был тому, насколько... в кадре нет Инессы, и в кадре есть человек. Вот, насколько, условно говоря, ведущий уходит в тень, и насколько высвечивается парсуна того человека, с которым Инесса общается. Вот как у вас это получается? Почему вдруг социальное служение? Почему вдруг программы, посвященные именно этой тематике? Я, конечно, предполагала, что такой вопрос возникнет. И, честно говоря, у меня нет на него ответа. Почему такие программы? Я, наверное, лет 10 назад начала сомневаться, а ту ли профессию я выбрала. Потому что тогда начало многое меняться в телевидении, и все то, чему нас учили когда-то, оно стало не очень важно. И у меня даже были сомнения, кто придает профессию, я ее или она меня. А можно вот тут вот конкретизирующий вопрос? Ведь я, насколько понимаю, мы с вами оба не профессиональные журналисты. Я-то, понятно, священник, а вы-то по профессии тоже вроде бы не... На самом деле я в телевидении 30 лет в этом году. Класс. Да. То есть я после своего первого технического образования получила еще два журналистских, философских. То есть, наверное, все-таки я уже профессиональный журналист. Да. Так вот, когда я начала подумывать, а не уйти ли мне из телевидения, потому что мне казалось как-то уже неважно все то, что я делаю, и тут появилась программа «Право на маму». И я поняла, для чего я училась все эти долгие годы. Вот, видимо, для этого, для того, чтобы... То есть я увидела совсем другую отдачу, что можно не просто рассказать там что-то, повышающее рейтинги, а можно делать дело, потому что вокруг программы «Право на маму» сразу же создался какой-то конгломерат людей, которые... А я хочу помогать, а я хочу вот это делать, а я могу вот это делать... И вот это здорово, то есть это какая-то такая социальная движущая сила, которая делает мир вокруг нас как-то теплее. Вам как это дается? Легко ли это было изначально на это согласиться? Приходилось ли себя как-то там перемалывать? Или же ну, вот такое служение светлому, доброму компенсировало все? Поначалу, когда началось «Право на маму», я, конечно, прибегала к помощи психолога, потому что невозможно было держать это все в себе. Но потом я поняла, для чего я это делаю. И когда я это поняла, мне стало намного легче. Бессмысленно плакать надо, сделать дело. Вот и все. Мне это дает намного больше, чем даю я.
потому что я встречаю таких людей, которые наполняют не только мою жизнь. Мне даже муж говорит, какая ты счастливая, что ты можешь знакомиться, общаться с такими людьми. Они мне жить помогают. А я хочу сейчас все-таки перейти к вам. И знаю, что вы очень много работаете с молодежью. У вас есть и клуб православной молодежи. И клуб православной молодежи. И вы очень много занимаетесь проектами культурологическими, кинематографом. И это тоже молодежь. А вот для чего тогда вот это служение вам? Что оно вам дает? Начнем с того, что в далеком 2008 году возобновился дружеский контакт, который был прерван с моим уже ныне покойным, к сожалению, другом, отцом Алексеем Богородцевым. Когда мы решили, он был первым настоятелем того храма, где я сейчас настоятельствую и служу. И он при госуниверситете, тогда госуниверситете, сейчас Самарский университет имени Королева, решил, что, ну, чего просто храм? Ну что, ну, свечки пришли, перед экзаменом поставили, и все. Надо с молодежью как-то работать, разговаривать, у нее есть вопросы. И тогда действительно вопросов было огромное количество. Интернета еще такого не было, так развитого, когда каждый желающий может начать какой-то свой отдельный YouTube-проект там, или еще что-то такое. Вот, то есть единственный способ получить, ну, два способы получить ответы на вопросы, это либо книги открывать, либо с людьми встречаться. И студенты тогда действительно приходили в большом количестве. Наш цокольный этаж нашего храма просто был переполнен. Человек 80-90 бывало по понедельникам. Это разные совершенно студенты. Ну и плюс я был молод. Это был, если это 2008, а в 2005 я только руку положился в 21 год. Вот. То есть я еще был, условно говоря, не шибко далек от этой аудитории. Мне был язык ее понятен, мне были интересы ее понятны. И мне хотелось движухи, тусни и так далее. Вот. И сейчас уже вот у этого клуба просто такая длиннющая история. За это время мы создали такое количество проектов, что их просто даже и не перечислить. Но всегда мы занимались тем, что интересно в первую очередь нам. Вот отцу Алексею был интересен туризм в том числе, да, вот он куда только не водил молодежь, и на Урал, и еще куда-то. Мне интересно культурология, философия, кино, музыка. Я вот на барабанах играл, как в каком-то таком давнишнем прошлом, и до сих пор меня это вызывает интерес, да. Я люблю рок-музыку, я люблю музыку думающих, фильмы думающих. И я стремлюсь просто поделиться радостью с людьми, с молодежью, что смотрите, ребят, какой фильм классный вышел, давайте обсудим, смотрите, какая музыка классная, там какой-то альбом новый. То есть вышел. Вы таким хитрым способом вербуете православную молодежь? Я таким хитрым способом делаю свою жизнь интересной. А если на этом пути еще кому-то интересно со мной пройти вот эту какую-то часть, этап жизни, то я говорю, эгей, пойдем со мной. Я знаю, что вы являетесь сестрой милосердия. И я понимаю вот лично на своем опыте, как священник, который тоже в сердцевине человеческой боли иногда бывает, человеческого страдания, да и в целом, когда людей много, надо запитывать батарейки. Вот Инесса, она чем запитывает батарейки, когда удается урвать минутку? Честно говоря, меня вдохновляет работа с детьми. У меня есть подопечные ребята из детского дома, телестудия «Майош ТВ». А, вот, да. Я тоже хотела спросить. И занятия с ними, и работа вот это мне отращивает крылышки и напитывает меня просто какой-то такой вот светлой и мощной энергии. И, ну, вы же знаете, что программы телестудии «Майош ТВ» идут на телеканале «Самара ГИС», и это единственный телеканал, который предложил просто так, от чистого сердца, ребятам эфир. И это их очень дисциплинирует, это их здорово мотивирует. А вы у них как профессиональный журналист чему-то учитесь? Я у них учусь каким-то человеческим ценностям. Искренности, непосредственности. Кстати, они иногда задают вопросы во время интервью намного лучше, чем придумала бы я. Наверняка у вас такие ситуации были,
когда дети поворачивали сценарий не туда, но вы вдруг, например, удивлялись тому, насколько это лучше, более удачный это вариант. Да, вот, да, были да, ли такие конечно. Ситуации? Конечно. И какие вопросы в данном случае ваши дети задавали? Или... Мы с детьми, у нас есть программа «Витамин роста», мы встречаемся с достаточно известными людьми в этой программе. И дети садятся вокруг и начинают задавать вопросы. Так вот, когда идут договоренности с людьми, высокими звездами, то это как искаженный телефон такой, и на том конце провода понимают, что подойдут дети, зададут один вопрос, на это потребуется 3 минуты. Да, хорошо. Вот так было, когда мы встречались с Алексеем Немовым, он вышел к нам во время тренировки перед выступлением, буквально там на 5 минут, сел, и он так и начал отвечать. Дежурно, скупо. А дети, как правило, спрашивают о том, что волнует их. И то, о чем они не могут спросить воспитателей, кого-то в детском доме. И одна девочка вдруг говорит ему: «Знаете, а вот скажите, пожалуйста, вот я потеряла маму, когда мне было 9 лет. Как можно это пережить? Вот у вас тоже мама умерла. Что помогло вам выжить в этой ситуации?» Выжить, условно говоря, я примерно цитирую. И Алексей Немов заплакал. И после этого разговор пошел. Очень теплый, личный, доверительный. И гости после таких интервью говорят: «Ребят, вы знаете, мы дали миллион интервью, но мы говорим о своей профессии, о чем-то еще. А когда вы нас вот такие личные вопросы спрашиваете, хочется с вами говорить бесконечно». Вот. Если я ответила на этот вопрос. Это очень сильно, да. Отец Сергей, и давайте, наверное, уже не будем злоупотреблять все-таки вниманием зрителя, но все-таки еще один личный вопрос я не могу вам не задать. Вы человек молодой, уже 5 детей сегодня. Да. И не знаю, можно ли открыть секрет, что ждем 6-го. Да. Что значит быть многодетным отцом и как понять, как нужно воспитывать детей? Ох. Так, начнем с того, что мне как отцу 13 лет. Вот. То есть это про старшенького? Да, то есть старшей дочери 13 лет, значит, я, несмотря на то, что мне 37 лет, как отцу мне 13. И я подросток. Вот. И у меня тоже пубертат, как у отца. Поэтому... Это опасно. Да, у меня, как у отца, иногда слишком зашкаливают гормоны. Ну, а так как я прохожу этот путь вместе со своими детьми, поэтому здесь, конечно, к вопросу о том, каково это быть многодетным отцом, есть и ошибки. Собственно, опять же, вот одна из самых рейтинговых передач, насколько я понимаю, то есть вот передача, которая получила максимум отклика и какой-то такой обратной связи, это наша передача «Просто о вере», посвященная отцовству. Да, я захотел верно. Поговорить про отцовство, потому что я, как отец, не знаю, что это такое. И мы собрались с 3 отцами, у которых тоже, они еще младше, чем я. Вот, то есть им еще меньше лет, чем мне, как отцам. Но вот мы собрались отцами, и это получился честный разговор. И я этот разговор специально завел для своих будущих детей, чтобы, условно говоря, когда-нибудь за эту передачу взять, спрятаться и сказать: «Ну, детки, смотрите, я сам не знал, что делать. Я искренне искал ответы. Вот, посмотрите, вот все взятки гладкие. Да, я бываю несносным отцом, да, я бываю иногда несправедливо наказывающим отцом, иногда я бываю уставшим отцом, иногда я бываю невдохновляющим отцом, но посмотрите, я искренне старался с этой темой разобраться, я искренне хотел повзрослеть». Вот. Ну, а вот каково это быть? Это все сложно, это все трудно, но это продлевает молодость. Вот. Вот так же, как вы смотрите на своих замечательных коллег, юных коллег. Ежат. Вот, ежат, да. И чему-то у них учитесь. Вот так же с каждым приходом нового человека в нашу семью я понимаю, что у меня у этого есть чему поучиться, у этого есть чему поучиться. И это такой непрекращающийся радостный процесс самообучения. Поэтому для меня многодетность, так же, как и священническое служение, так же, как и программа «Просто о вере», это всегда способ такого самообучения.
воспитания, самосовершенствования, саморазвития. Но нормальные это человеческие увлечения у вас есть? На рыбалку, может, ходите? Вот тут не хватило мне мужского воспитания. Мне помогает в данном случае велосипед. Очень много есть священников, которые со мной, ну, как бы разделяют это увлечение, и они очень обижаются, что я не присоединяюсь в данном случае к коллективу, не еду там тремя-четырьмя вот парами колес. Забавно было бы выезд батюшек на велосипедах. Это, да. Забег батюшек на велосипедах. Такой крестный ход на велосипедах. Почему нет? Вот, да. Но для меня это всегда индивидуальная такая форма проветривания головы. То есть, когда ты действительно просто надеваешь наушники, плеер, и едешь с той скоростью, с которой ты определяешь сам, едешь туда, куда тебе хочется, в лес или по трассе, или просто едешь, как Форест Гамп, бежишь, 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 потом разворачиваешься и бежишь обратно. У вас, кстати, есть такие какие-то вот увлечения, которые проветривают голову? Зимние увлечения, да, у меня такие есть. Это горные лыжи, и это на самом деле... То есть вас можно встретить где? Ну, на Красной Глинке можно? Ну, в Европе уже меня нельзя встретить. Понятно, да. Но на Красной Глинке... На Красной Глинке можно, приезжайте на велосипеде, встанете на лыжи. Зимой, я думаю, это проблематично будет. Покатаемся на лыжах, почему нет? Ну и завершая сегодняшний наш разговор, вопрос такой. Лет, наверное, уже 10. Как телевидению пророчат смерть? Говорят, ну, сейчас другие коммуникационные формы, другое время, никто телевизор не смотрит, все открыли интернет-ленту, почитали. Ваше мнение, вот телеканал «Самара ГИС», ему 15 лет, это возраст такой, ну, в самом соку, наверное, что ли. Ну да, это юношество. Да, грозит ли смерть телевидению, как вы думаете? Ну, я думаю, что да. Если телевидение, ну, я не знаю, вот у меня, кстати, мама покойная, Царство Небесное, она тоже работала на том местном таком телевидении. Это был самый яркий образчик ужасного ТВ. Вот. Ну, потому что, вот, ну, действительно, это был колхоз. Но я думаю, что и у телеканала ГИС есть замечательные, прекрасные молодые сотрудники, есть прекрасные руководители, которые чувствуют мейнстрим, они понимают, что, ну да, для телека остается своя аудитория. Но, насколько мы знаем, наши с вами передачи, в том числе, выпускаются и в соцсетях, и мы охватываем в данном случае этот кластер. И всякий получает возможность, доступ смотреть контент телеканала ГИС, Самара ГИС, вот в том, как сказать, формате, какой ему удобен. Поэтому думаю, что, конечно, сидеть перед телеком – это уже удел, ну, не молодых. Вот. Те, кто, к сожалению, прикован к четырем стенам, они смотрят телевизор. Вот. А с учетом того, что сейчас огромные там возможности у ТВ, что они становятся смарт-ТВ, что ты можешь остановить даже передачу, что ты можешь отмотать передачу, что ты можешь с этого же телевизора выйти в тот же YouTube и пересмотреть понравившийся там сюжет или еще что-то, мне кажется, ТВ не умрет. Никуда не денется. И не могу не сказать, что в пользу того, что ТВ не умрет, что телеканал «Самара ГИС» не умрет, это огромное разнообразие программ, чего нет почти нигде, ни у кого из местных каналов. И они очень смелые. Они очень смелые. И вот что для меня наиболее, наверное, ценно, что телеканал «Самара ГИС», он... социальную ответственность с себя не снимает уже много-много лет. И как бы ни было там сложно, тяжело, затратно, он продолжает делать социальные программы. Угу. Это вообще здорово. И я перед эфиром вас спросила, как будем поздравлять телеканал. Мы решили, что Happy Birthday петь не будем, многое лето петь не будем. Но что мы... передадим наши самые теплые пожелания телеканалу, нашу благодарность за то, что мы здесь работаем, за то, что вы с нами, наш дорогой зритель. И все-таки многое-многое лето.
Да, ну а со своей стороны, уже если только кратко поздравлять, я всегда, когда поздравляю с днем рождения своих родных, близких, друзей, знакомых, я всегда желаю того, чтобы жизнь как таковая была главным подарком, то есть она так воспринималась и так оценивалась. Чтобы любопытствующие руки, знаете, как у ребенка, которому принесли огромную коробку, чтобы эти руки любопытные не переставали распаковывать жизнь. Я желаю, вот если говорить о жизни канала, желаю такой жизни, чтобы тем, кто занят производством контента, тем, кто по ту сторону камеры, тем, кто сидит высоко и никогда, может быть, в кадр не попадает, но принимает какие-то очень важные решения, чтобы сам процесс создания, сам процесс разговора был гораздо более ценным, чем все остальное. Ну а вас, дорогие телезрители, мы тоже поздравляем с 15-летием нашего канала. Благодарны вам, что вы нас смотрите, что сейчас конкретно вот этот диалог вами был просмотрен. Это значит, что вам интересно. Не переставайте и вы распаковывать телеканал «Самара ГИС». Тут много чего интересного. О жизни за кадром рассказали ведущий программы «Просто о вере», протоиерей отец Сергий Рыбаков. И Инесса Панченко, руководитель и автор множества интересных проектов, таких как «Обернитесь», «Право на маму», «Звоните доктору» и другие. До свидания. Храни Господь.